Привет, меня зовут Илья, и до недавнего времени я работал в Сбербанке. Но кто не работал в Сбербанке, скажете вы, особенно вы. Однако я там занимался помимо того, что всякими темлендовскими движухами, я был продуктонером одной из платформных команд, или core команд, или инфраструктурных команд. И тема, на которую я бы хотел с вами сегодня поговорить, это трудности перевода. Трудности перевода того, что в голове у программиста, в то, что исполняется потом на реальных девайсах. И знаете, для меня программирование всегда было чем-то вроде общения. А, общение между человеком и машиной. В моей голове формируется идея. Я реализую эту идею в лексемах определенного языка программирования, а компьютер выполняет все самые сложные операции за меня. Но Довольно часто случается, что могут случиться недопонимания во время общения. И приведу пример. Недавно британские ученые посчитали, что мы проводим квадратный корень из 0,2 всей своей жизни в постели. Мне захотелось посчитать, а сколько же это будет в часах? Я накидал код и получил 118 часов. Примерно столько же времени я потратил на эти анимации. Захотелось посчитать, сколько это будет в секундах. Добавил пару множителей, нажал командер и стал ждать. Пока я ждал, в моей голове начали всплывать мысли далекого 2013 года. Я вспомнил, что я работал на VMware, на виртуалке, и каждое движение мыши приносило боль, страдания. Я хотел убить процесс X-кода, но вдруг — бам! — всплыла такая ошибка. Если кто-то видел эту ошибку в своей жизни, он поймет мое состояние в этот момент. Я такой что? Что? Что, 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 что? Но обо всем по порядку. Начиная с 2019 года, Сбербанк еще активнее начал продвигать свой имидж как крутого работодателя. Однако 2 миллиона Objective-C строк кода не сильно этому делу способствовали. И разработчики плакали. И хотя юридически мы пошли на найм чисто свифтовых разработчиков, дали им право писать в своих Swift-модулях на Swift-only языке, э, фактически это была не совсем рабочая история, потому что Core и Middleware и все базовые компоненты оставались на Objective-C. Им было очень сложно в этом деле разобраться, а иногда сложно даже что-то переиспользовать. Возникла здравая идея все это дело переписать, но прежде чем переписывать, нужно как-то замерить результат всего этого дела. И возникли здравые идеи начать измерять каких-то метриках готовность проекта к переходу чисто на Swift. Свифт. Измерять свифтовость проекта. В чем мы начали измерять? Первая метрика, которую мы придумали, это насколько плох наш Objective-C код. У нас каждый день стартовала джаба, которая собирала использование таких инструкций, как препроцессинговые дефайны, неадаптированность интерфейса под новобилити, использование старых намов e из Objective-C. И Magic Attach — это наша такая внутренняя штука. Кому будет интересно, я расскажу потом. Соответственно, у нас каждый день собираются метрики, и мы видим, что в долгосрочной перспективе тренда у нас идет снижение этих метрик, что, в принципе, говорит о улучшении здоровья проекта. И, например, мы проводим какой-то рефакторинг, и это сразу становится видно. То есть можно всегда показать, что проект идет на улучшение. Чуть подробнее про неадаптированность Objective-C интерфейсов. Здесь приведен пример. Хорошо адаптированный интерфейс у нас покрыт на мобильте. Соответственно, если мы пользуемся этим свойством из Swift, мы будем им пользоваться как optional. Но если бы этих штук не было, мы бы в Swift, не зная то, как это устроено в core модуле, мы бы пользовались как таким инструментом, как Implicit Unwrap. И, соответственно, если бы оттуда вылетал nil, мы бы словили креш. Соответственно, эти штуки нужно мерить и стараться искоренять из проекта. Следующее, что мы захотели мерить, это использование при процессинге дефайнов. В Swift они просто невозможно, невозможно было ими пользоваться. Э, старые Enamы, не адаптированные под Swift, тоже Swift не понимал, что это такое. И все это хотелось мерить и смотреть, что оно уменьшается, чтобы Swift разработчикам было комфортнее пользоваться Swift. Ом. Следующий интересный график — это насколько плох сам Swift. То есть насколько часто приходится в нем пользоваться NS-арреями, NS-стрингами, NS-обжектами, собак Objective-C для того, чтобы этот код вообще заработал. И, соответственно, мы опять же проводим какой-то рефакторинг, смотрим, что раньше у нас рост тренда использования этих инструкций был, например, с такой, с таким коэффициентом наклона, а стал с таким. Соответственно, можно сделать вывод, что уже ситуация улучшилась. И все эти дашборды, они как раз висели в общей зоне, то есть все разработчики могли увидеть, как, вообще, как проект развивается, как он становится более свифтовым. А... Немаловажный график — это общее соотношение всего свифтового кода в проекте к всему Objective-C коду. Вот здесь такой провал Это у нас на метрике отваливались на мультирепозитории. Но тренд в принципе виден. Количество свифтового кода в проекте увеличивается и свифтовым разработчикам становится комфортнее. И вот здесь как раз начинается основная тема. Этот график начал коррелировать с другим графиком, который я сейчас покажу. Это время сборки на CI. То есть как только процентное соотношение Swift в репозитории начало увеличиваться, мы стали замечать ухудшение времени сборки. И вот здесь фиолетовым показана медиана, то есть это среднее значение времени сборки. Прямо видно, как оно коррелирует с тем, как проект начал переходить на Swift. И опять же, мы с вами все всегда слышали, что когда какая-то компания переходила чисто на Swift, они стали замечать ухудшение времени сборки. Мы захотели сразу подстраховаться, пока это не стало головной болью. И пока мы думали подстраховываться, пришел Xcode 11 и увеличил время сборки в 4 раза. Вот эти все вещи, они заставили меня и еще там ребят погрузиться очень сильно в нюансы билд-системы, погрузиться в настройки проекта, погрузиться в сам Swift, чтобы понять, а что именно может происходить медленно и как мы можем помочь Xcode быстрее понимать наш код, наш проект и нашу структуру. По плану, что у нас будет сегодня? Погрузимся в волшебный мир Xcode, рассмотрим инструменты, с помощью которых можно замерять время билда на разных, скажем так, уровнях этого билда. Погрузимся в нюансы Xcode Project. А. Конечно же, пойдем в Swift и посмотрим, как он работает, где он может работать медленно. И под конец зададимся таким жизненным вопросом, довольно часто возникающим на пол реквестах Что же важнее для кода? Чтобы он быстрее компилировался или чтобы его быстрее могли понять наши коллеги? Волшебный мир Xcode. Xcode — это идея, которая состоит из довольно большого количества tools, скажем так, низкоуровневых. И немаловажной этой тулзой является build-система, Xcode Build. Что такое билд-система? Билд-система — это такая, такой инструмент, который берет все файлы нашего проекта и посредством вызова инструментов поменьше, компиляторов, компиляторов осетов, линковщиков, превращает все эти файлы в законченные приложения. Каждый вызов этой, этого инструмента поменьше, он заворачивается в так называемую задачу Xcode билда или Xcode Build Task. У каждой таски есть вход и выход. Например, для таски компиляции светового файла на вход мы имеем свифтовый файл, на выход мы имеем объектник. Для задачи линковки мы имеем на вход наши объектники, скомпилированные прежде, а на выход имеем итоговый бинарник. Когда Xcode Build формирует эти задачи, он может их сделать параллельными, как в этом варианте, или если у нас есть зависимость в свифтовом коде, то эти задачи будут последовательны. И за счет этого как раз формируется граф задач X-кода, и X-код старается оптимально это дело распараллелить и сэкономить нам время. Что такое зависимость в коде? Например, у нас есть какой-то файл dependency Swift, и там есть структура dependency. Если у нас есть другой файл, в котором эта структура используется, это и есть зависимость в коде. Что это значит? Это значит, что при изменении internal или public интерфейса в этой структуре мы имеем перекомпиляцию этого файла. Сейчас будет вопрос. Сосредоточьтесь. Допустим, у нас есть файл Dependency Swift. И мы провели в нем изменение internal интерфейса. У нас есть another файл, в котором используется эта структура. И есть еще один файл, который напрямую не использует Dependency Swift. И структура из него, будет этот файл перекомпилироваться или нет, как вы думаете? Будет. Молодцы. Действительно. И смотрите, здесь такая интересная мысль о том, что весь граф зависимости нашего проекта он будет перекомпилироваться, если мы меняем один из файлов. Это важно для понимания оптимизации инкрементальной сборки. Но есть еще другая оптимизация на уровне свифта. Это при изменении какого-то внутренности какого-то метода, не будет никакой перекомпиляции, и это будет довольно эффективно и быстро. Опять же, при инкрементальной сборке. Что хочется освоить для, скажем, для дальнейшего, что пригодится еще на других разделах, это то, что Xcode превращает проект, сборку проектов в граф Xcode Task. Независимые задачи могут исполняться параллельно. Swift компилирует только нужные файлы при изменении. Либо при изменении публичного интернет-интерфейса, либо при изменении какого-то приватного метода. Перейдем в инструменты, которыми мы будем замерять наше время сборки. Самый простейший инструмент, что нам, в принципе, позволит понять абсолютно время сборки, это такая команда, которая в IDE выводит время суммарная билда. Она легко включается, но, к сожалению, никакой полезной информации мы из этого извлечь не можем, кроме того, что, например, наш проект стал компилироваться 20 минут, когда уже было поздно. Чуть более подробная информация — это build with stamming summary, где ну, кстати, вот еще, как это запускается из консоли, где мы видим подробную статистику по конкретным задачам. То есть, например, в данном случае мы видим, что в принципе основное время сборки этого модуля занимала компиляция Swift. Постараемся это запомнить, потом еще вернемся к этому. Так это дело выглядит в консоли. И опять же, это чуть более информативно, легко включается. Можно на CI контролировать уже не суммарное время проекта, а какие-то конкретные задачи. Например, понять что у нас с туриборды они начали занимать довольно существенной части, что-то с этим нужно делать. И нам, как разработчикам, это не очень удобно, потому что это далеко от кода. Мы видим как бы, суммарное время всех задач, но мы не понимаем, что с этим делать. Для решения этой задачи есть такие флаги компиляции свифта. Один показывает type checking экспрессионов долгий какой-то, другой показывает type суммарный на метод. Соответственно, значения здесь задаются в миллисекундах. Мы как бы ограничиваем type какого-то метода или какого-то экспрессиона конкретным значением миллисекунд. И вот так это выглядит потом в нашем коде. Мы видим, где конкретно какие-то проблемы, и с ними начинаем что-то делать. Легко включается... Точная информация там, где она нам нужна, там, где мы ее можем поправить. Минус. Эти значения плавают. Есть еще на GitHub такая гуишная тоуза, где можно отсортировать все долгие топ проекта и, скажем так, выбрать топ-10 и приступить к их рефакторингу. Но что хочу рассказать по поводу плавающих значений. Мы как-то в Сберманке включили эту штуку, и из-за того, что билд-машина начала слишком сильно нагружаться, значения уплыли практически в два или три раза по реквесту разработчиков начали падать, словили кучу негатива. К какому решению мы пришли? Локально эти ворнинги отображаются, то есть разработчик видит, где у них какие-то проблемы места в коде, но на CI это дело фильтруется, чтобы не триггерить ну, как бы, билда. Для тех, кто хочет еще больше, есть debug time compilation. Это очень прикольный флаг, который по каждому Swift файлу показывает, время каждой фазы компиляции этого файла. Вот здесь мы видим, что 88% компиляции всего файла занимал тайп-чекинг и семантический анализ. То есть смотрите, что у нас получается. Практически 90% сборки модуля — это компиляция Swift. 90% компиляции свифта – это тайп-чекинг и семантический анализ. По поводу debug time compilation. Больше метрик, больше каких-то разнообразных понимание для нас, как для разработчиков, на что было потрачено время. По каждому SWIFT-файлу, опять же, это можно собрать, там, построить какие-нибудь визуализации очень крутые. И, к сожалению, это видно только из консоли. То есть вы это увидите только при запуске код билда или если пытаетесь распарсить аутпут. Что можно запомнить из этого раздела? То, что важно контролировать время билда еще до того, как это стало главной болью. Можно это делать двумя способами. Это глобальный тренд. Например, мы понимаем, что за месяц у нас время билда увеличилось на 5 минут. То есть через полгода оно увеличится ну, там, на 30 минут. То есть важно понимать тенденцию роста. И контролировать можно в конкретных местах в коде с помощью ворнингов на type checking. И по поводу этих ворнингов осторожнее на себя, потому что они могут фейлить билд, если у ну, вас как бы стык жесткий на ворнинге. Перейдем к настройкам проекта. Первое, о чем хотелось бы мне поговорить, это отличие Compilation Mode от Optimization Level. Скажите, у кого еще в проекте осталась вот такая старая штука по поводу оптимизации сборки Swift, whole модуль равно yes? Есть у кого-нибудь в проекте? Ребята как-то скромно. У вас есть? Серьезно? Откуда? На самом деле эта штука не нужна, потому что начиная с Xcode 10, Apple анонсировали, что они разделили сборку проекта на две составляющие, на Compilation Mode и Optimization Level. То есть они внедрили инкрементальную сборку. И для дебага, для нашей каждодневной разработки нам нужно использовать инкрементальную сборку именно. Ну, для релиза, соответственно, лучше включить в модуль чтобы были проведены еще определенные оптимизации на уровне LVM. По поводу Optimization Level, это как раз то, что может оптимизировать либо скорость выполнения нашего бинарника итогового, то есть Optimize for Speed, или размер бинарника Optimize for Size. Опять же, для дебаг-сборок нам никакие оптимизации не нужны, нам важна скорость. Соответственно, мы выключаем оптимизацию для дебаг-сборок. Проведем серию каких-то экспериментов. Что у нас есть? У нас есть MacBook Pro 2016 года. У нас есть отдельный фичевый фреймворк Сбербанк Онлайн, полностью написанный на Swift. В нем 260 почти Swift файлов, 22 тысячи строк кода. И что будем мерить? Будем мерить мы компиляцию с нуля, то есть когда у нас ничего не было. Будем мерить компиляцию без изменений. Будем изменять внутренность каких-то методов, посмотреть, что происходит. Будем изменять публичные или internal интерфейсы. Опять же, смотреть, что происходит. Но спросите вы, зачем замер без изменений? и я отвечу ради эксперимента. Поехали. Компиляция с нуля в инкрементальной сборке. Мы видим здесь список Xcode Build Task, как мы помним. То есть у нас компиляция каждого файла оборачивается в отдельную задачу. И Xcode дальше трекает, изменялся ли файл, подписывает задачу, там довольно сложная логика, в конце будут ссылки, можете углубиться, сейчас углубляться не будем. Смысл в том, то, что в конце это дело собирается в Swift модуль, и в случае с Home модуль создается всего одна задача на компиляцию всех Swift файлов вместе сразу. В принципе, исходя из названия, и так понятно. И по поводу компиляции с нуля. Вот этот конкретный фичевый фреймворк Сбербанк Онлайн на Swift Only написанный при инкрементальной сборке без оптимизации собирался за 13 секунд. Примерно. При этом размер генерировался 6,9 мегабайт. И вот как думаете, при включении в хоу-модуль в режиме сборки, отключении оптимизации, быстрее была сборка или медленнее? Кто за то, что быстрее? А кто за то, что медленнее? Быстрее. Это было очень интересно. И на самом деле, какое обоснование здесь я понял, из-за того, что Xcode билду нужно каждую задачу это создать. То есть у, тебя, ну, у вас происходит Дополнительные накладные расходы на создание задач компиляции для каждого файла. В результате чего в холл модуль, поскольку он создает всего одну задачу на компиляцию всех файлов, он это делает быстрее. Это опять же при сборке с нуля. И размер на какие-то копейки меньше. При включении же оптимизации для размера мы видим замедление времени компиляции, что логично, поскольку Scott Build начинает проводить оптимизации. Но мы видим неплохое такое уменьшение размера бинарника при оптимизации для скорости, как думаете, еще медленнее была компиляция? Быстрее должна быть? Ну, на самом деле нет, потому что там не совсем оптимизация для скорости, там, как я опять же убедился, там идет и по размеру тоже оптимизация, то есть там и размер, и скорость как бы суммарно, то есть за счет чего, в принципе, усложняется работа для компилятора, и ему сложнее все это дело провернуть. Теперь по поводу компиляции без изменений. За него 120 миллисекунд в случае инкрементальной сборки, а в модуль занял 54 миллисекунды. Вау. Эксперимент этого требовал. Сделаем какие-то изменения внутри метода, одного из нашей структуры, нашего модуля. Как мы помним, это изменение не пересобирает зависимые файлы, которые зависят от использования этой структуры. И действительно, в build-командах мы видим то, что копируется всего один файл в случае инкрементальной сборки. В случае же с whole модулем режима сборки мы видим сборку всех файлов опять вместе. Что приводит к тому, что при инкрементальной сборке у нас довольно быстро пересобрался модуль за 4 секунды. В случае же с whole module, как вы можете догадаться, мы заметили прям значительную такую деградацию. То есть у нас в два раза медленнее это все дело собиралось. Ну, опять же, там размер несущественный. Изменим какой-то internal интерфейс нашей структуры. Напоминаю, что такое изменение пересобирает зависимые файлы и зависимые зависимых файлов и так далее. В данном случае нам повезло. Мы имеем перекомпиляцию всего нескольких файлов, которые использовали эту структуру. Однако, если вы замените, сделаете какое-то изменение в структуре, которая используется во всем вашем модуле, вы будете, по сути, получать перекомпиляцию всего модуля. И в случае всего модуля вы и так будете получать перекомпиляцию всего модуля. Здесь очень такая интересная идея, которую я извлек, о том, что архитектура проекта влияет на время инкрементальной сборки. То есть если у вас вдруг спагетти-код с синглтонами, то можно, в принципе, порекомендовать вам включить в модуль для сборки. Но я считаю, что вы все красавчики. Вы походили на доклады с Mobius, посмотрели про чистую архитектуру. У вас все круто в проекте будет. Я вам рекомендовать этого не буду. Я буду рекомендовать использовать инкрементальную сборку. Изменение интерфейса. В данном случае нам повезло. Мы для случая изменения интерфейса и инкрементальной сборки имели 6,2 секунды. SQL-модули, опять же, имели ухудшение, за счет чего, в принципе, можно сделать вывод, что для разработки лучше пользоваться инкрементальной сборкой, как и советует Apple. Следующий флаг, который может существенно замедлить сборку вашего проекта, это сборка под несколько архитектур. Есть такой флаг, который, в принципе, и говорит о том, будет собираться наш проект под несколько архитектур или только под одну. В дебаге, соответственно, нам нужна только одна активная архитектура, и собственно, в настройках нашего фичевого модуля мы это и видим. В случае же, если мы включим сборку для нескольких архитектур, мы будем видеть дублирование compile-команд, что мы, в принципе, здесь и видим. И под конец там createUniversalBinary, который как раз создает бинарник на несколько архитектур. Я думаю, вы можете догадаться, что, в принципе, это приводит к практическому удвоению времени сборки и удвоению времени бинарника. Соответственно, нужно за этим делом следить, смотреть, чтобы ваш модуль не компилировался под несколько архитектур или ваш проект. Я захотел пойти дальше посмотреть, как работает генерация десимов и влияет ли она на время сборки, может ли она существенно его замедлить, если мы начинаем, например, генерировать десим файлы. В дебаге нам это опять же не нужно, и эксперимент показал то, что в принципе это всегда влияет на константу, неважно какой у вас проект, сколько в нем кода, в нем один swift файл или много Swift файлов. Это всегда примерно 0,4 секунды. Захотелось еще посмотреть по поводу генерации самих дебажных символов. Они не влияют никак, кроме того, что они могут повлиять на размер бинарника, в котором либо эти дебажные символы есть, либо их нету. Перейдем к специфике проекта, который состоит из нескольких фреймворков. То есть в данном случае мы издевались над модулем, теперь поиздеваемся над каким-то проектом. Apple рекомендует, опять же, с 10-го Xcode врубать параллелизацию билдов и нахождение неявных зависимостей. Два флага, которые находятся в схеме. Это позволяет билд-системе оптимальнее построить граф задач и оптимальнее его распараллелить. Я запустил проект, в котором было 15 примерно фреймворков. Суммарное время его заняло примерно 80 секунд. И вот что интересно, задачи компиляции световых исходников заняли 132 секунды. Вроде кажется, как это так происходит. Здесь просто Xcode считает немного по-другому, он же параллелит сборку наших фреймворков. И суммарное время распараллельной сборки компиляции, соответственно, будет занимать больше, потому что они отнимают ресурсы железа при параллельной компиляции. При выключении вот этого флага Paralyze build я заметил ухудшение на 8 секунд. И ну вот здесь уже как раз мы видим, что сборка, точнее задачи компиляции, они не, параллель, не, параллель, не исполняются параллельно, что мы так указали. Но ухудшение мы заметили, потому что xcode build не может оптимизировать этот граф задач, чтобы он исполнялся параллельно. Что мы получили? Мы получили при выключении из build ухудшение на 10 времени нашей сборки при выключения и нахождения неявных зависимостей изменения было никакое. Кроме того, что, например, там, Сбербанк просто перестает собираться, и ваш проект, скорее всего, тоже не будет собираться, если вы отключите нахождение неявных зависимостей. И, но ну, опять же, при комбинации изменения этих двух флагов, в принципе, видно, что влияет только паралайз-билд. Я захотел посмотреть еще, как влияет флаг автолинковки. Это такая штука, которая автоматически линкует те фреймворки, которые вы пишете в импортах в вашем световом коде. Влияет она никак. Кроме того, что, опять же, что-то может, какой-то проект может не собираться. И очень немаловажная штука — это то, как вы управляете своими зависимостями в своем проекте. Немного саморекламы. Где-то полтора года назад был доклад о том, как мы в Сбербанке форкнули кортеж, Реализовали компонентный CI-CD, где модули собирались на стабильном, уже собранном окружении, за счет чего увеличили сборку каждого конкретного фичевого модуля в 8 раз. Кому интересно, переходите. Это, в принципе, наведет вас на какие-то мысли, как можно оптимизировать сборку вашего большого проекта. Что хотим запомнить из этого раздела? Это то, что при компиляции с нуля на CI в принципе можно попробовать включить whole модуль потому что на CI у нас чаще всего собирается именно с нуля. Архитектура проекта может влиять на время вашей инкрементальной сборки. Дебаг символы никак не влияют, в принципе, можно с ними не экспериментировать. И что важно, что проверить в своих проектах, это наличие флагов инкрементальной сборки с отключенной оптимизацией, сборку в дебаг-режиме только под одну архитектуру, включение галочек Provise Build, Find the Place Independencies, и можно подумать в сторону того, чтобы кэшировать свои зависимости в бинарном виде. Например, если вы тащите из какого какие-то зависимости, можно их собрать, положить куда-то и загружать всегда в собранном виде, если вы их не меняете. Я смотрю, люди зевают, пока вы еще не совсем уснули. Я бы хотел перейти, наконец, к самой интересной части, к свифтовому коду. Наконец-то. Вернемся к самому первому примеру, который был представлен как раз у меня на слайдах. The compiler is unable to type check this expression in reasonable time. Что вообще это значит? Ну, как бы компилятор нас не понял, он ничего нам не сказал, он просто сказал «разбей это выражение на сабэкспрессионе». Мне захотелось углубиться в этот вопрос, понять, что вообще произошло. Проблема вылезла на уровне семантического анализатора. Вот он на пайплайне сборки светового кода в объектник. Вот он. И я полез, конечно же, первым делом в GitHub. Нашел там первую причину. Слишком долго. Есть таймер, который начинает считать время обработки экспрессиона, время попытки подставить типы для выражения, в которые мы указали. И если таймер превышает какое-то допустимое значение, у нас срабатывает как раз эта ошибка. Таймер равняется 600 секундам. То есть можете представить, вы можете написать такой expression, который просто отправит ваш проект думать на 10 минут. Я максимального результата добился в 200 секунд. Но это выражение бы не поместилось на экран. Опять же, в этом конкретном кейсе столько времени эта ошибка не занимала. Она вылезала секунд через 20. Следующая причина это слишком много памяти требуется на так называемое решение системы уравнений типов нашего выражения есть AST-контекст, который связан с AST-деревом. И если этот AST-контекст, кстати, забыл сказать, можно законтрибьютить Swift. Если этот AST-контекст превышает 512 мегабайт, то у вас возникает эта ошибка. Компилятор столько времени у меня тоже не отнимал. Ну, не столько времени, столько памяти у меня не отнимал. Поэтому я начал искать дальше, там уже совсем какие-то дикие вещи начали происходить. Например, как я понял, вот этот конкретный кейс, он связан с тем, что под дерево решений этого уравнения системы типов превысило какую-то максимально допустимую высоту. Ну, на самом деле, слишком сложно. Что еще интересного нашел в исходнике семантического анализатора? Это то, что есть юнит-тесты как раз на вот эти кейсы. И юнитесты пишутся на проблемы с радара. То есть если у вас вдруг в проекте где-то встречается такой кейс, можно его зарепортить и через пару годиков его починят. Как можно самому проверить, что вообще происходит при семантическом анализе AST дерева нашего экспрессиона? Можно вызвать такую команду Swift dump AST и передать ему файл с каким-то кодом. Он выводит в нашем кейсе вот такую простыню гигантскую, там она тянется, тянется, и все, что нас интересует, сейчас не нужно, в принципе, углубляться в эту вещь, все, что нас интересует из этой простыни, это то, что 60 представляется как integer literal expression, а функция умножения имеет 29 реализаций в стандартной библиотеке. 29, то есть это довольно много. И функция square имеет всего две реализации, но одна из них generic, а вторая портированная из C. И, как я понял, это на самом деле баг в семантическом анализаторе, потому что, судя по всему, что-то не так работает. То есть нужно все-таки зарепортить, чтобы Apple озаботились этим делом. Я здесь изобразил AST-дерево, и семантическому анализатору нужно подставить, определить 12 типов в этом уравнении. Это довольно много, и мы не будем разбирать этот кейс, потому что мы хотим еще уехать домой, успеть до закрытия метро. Разберем AST-дерево попроще. Здесь у нас, соответственно, один вызов функции SQRT и функции умножения. И вот смотрите, почему будет это уравнение решаться именно в таком порядке. То есть в теории, в теории семантический анализатор должен начать с минимальной дизъюнкции. То есть он должен начать с той ноды AST графа, которая имеет минимальное количество возможных вариантов. То есть это вроде как бы QRT. Но QRT имплементация — это дженерик. у нас имплементация основная, поэтому он не начинает с нее. Он начинает с функции умножения, у которой 29 имплементаций. Как мы помним, 30 это у нас integer literal expression. И первую имплементацию, которую берет семантический анализатор, это функция умножения с конкретными типами int. Он проставляет int, дальше переходит к функции sqrt, смотрит, что она накладывает ограничения на вход и выход в floating point, смотрит, что int не реализует floating point протокол. И начинает заново. Берет функцию умножения двух unsigned integer, поставляет unsigned integer, берет функцию sqrt, поставляет проверку на floating point, находит несоответствие и повторяет много-много раз, примерно в худшем случае, не примерно, а в худшем случае он повторяет это дело 28 раз, пока не берет функцию умножения даблов. Поставляет даблы, проверяет, что дабл реализует floating point, находит решение этой системы типов, и ура. Я описал этот процесс, но, к сожалению, я могу только при прочитать. Простите меня. Swift ищет декартово произведение всех n наборов дизъюнкций, вызванных перегрузками функций в нодах AST графа, чтобы определить, является ли один из вариантов решением. Я думаю, это идеально для того, чтобы отвечать, что это дело на интервью, чтобы интервьюер сломался. Насколько сложный насколько сложно этот процесс? Сложность у него экспоненциальная. Вот она на графике. То есть можете представить при там, каждом добавлении вот это, умножить там, на 30, умножить на 20, вы просто взрываете семантический анализатор этой комплексностью. Как можно помочь нашему дорогому, любимому SWIFT-компилятору в деле решения вот этого уравнения типов? Во-первых, можно указывать тип возвращаемого значения? Уже три с половиной секунды, уже лучше, чем как бы ошибка. Можно разбивать на подвыражение, собственно, делать то, что нам советует свифтовый компилятор. Можно перегрузить generic функцию. Вот уже прям заразительное изменение, потому что у нас появляется имплементация, которую мы сами написали. И семантический анализатор ее подхватывает, и он считает ее минимальной дизнюнкцией. И он решает быстрее это уравнение. Четвертый вариант — это подставлять конкретные литералы, мне он нравится меньше всего, он как-то ну, плохо читается, если честно. И вариант, который подкинул мне Антон Давыдов, это учитывать ассоциативность операций. Как вы думаете, сколько вот этот вариант занимает времени на тайп-чекинг? Варианты? Сколько? 0,2? Почти. Цифру ты угадал. 2 миллисекунды. Очень крутой вариант. И я захотел разобраться, почему так происходит. То есть мы вроде из QRT просто переместили в другую сторону. Ну как бы ну мы, мы ничего не сделали, это по сути, но такое разительное изменение для семантического анализатора. У нас образовалось другое ST-дерево. И вот этот constraint на faulting point, он начал срабатывать намного раньше при переборе первой функции умножения. Сори, слишком быстро переключил. Да, мы все еще в разделе Swift. То есть смотрите, мы начинаем перебирать возможной имплементации функции умножения и быстрее срабатывает вот это ограничение. И дальше уже уравнение решается. Очень крутой способ. Осталось чуть-чуть. Пример из э, живого кода. А, у нас есть такой незатейливый код, который просто вызывает э, ну, точку init. Непонятно, что это за init. И внутри этого init а функция деления, которая имеет также много имплементации стандартной библиотеки. 602 миллисекунды. Что нужно сделать? Подставить конкретный инициализатор. Очень распространенный пример, когда тайпчекинг занимает много времени. Это использование new колессинга причем использование его в сочетании с математическими операторами. Вот этот кейс, он меня очень удивил, когда я его нашел. Он занимал 911 миллисекунд. Это ну, просто это ужасно. Что можно сделать? Можно ограничить использование неуколесинга от математического оператора, который всегда имеет довольно большое количество перегрузок в нашем Swift-коде, и уже 4 миллисекунды. Усугубим ситуацию. Возьмем два неуколесинга-оператора и поставим между ними плюс. 2,5 миллисек... секунды. Да, я думаю, в вашем коде тоже, наверное, найдутся такие кейсы. Воспользуемся тем, что советует нам Swift-компилятор — Разобьем это дело на subexpression. И уже 4 миллисекунды. Я думаю, этот кейс уже должен понемногу отживать. Ну, возможно, есть какие-то legacy, legacy, проекты, в которых еще можно это дело найти. Вот здесь мы используем делегат и используем его как AnyObject. Что в этом, что происходит со свит-компилятором, когда мы указываем такую вещь? Он начинает искать по всем файлам нашего проекта, все Objective-C протоколы и все Objective-C методы и пытается понять, какой из них подходит под этот вызов. В данном кейсе это у нас занимало 102 миллисекунды. И логичным образом, что нужно сделать, это подставить в объявление делегата конкретного протокола. Я даже не смог замерить, поскольку меньше одной миллисекунды, там уже сложно измерять. Очень, опять же, немаловажная штука, которая может повлиять например, на время сборки вашего проекта, это использование бриджинга Swift кода в Objective-C. Если у вас комбинированные модули и у вас много таких бриджингов, скорее всего, это влияет на время сборки. Я провел эксперимент. Я подставил общий паблик ко всем классам в модуле и получил плюс 8 ко времени сборки всего этого модуля. Плюс 8 Опять же, немного рекламы. Моего коллеги, он делал доклад про Bridging, как раз Objective-C кода в Swift и Swift кода в Objective-C, рассказывал, за счет каких инструментов этот, вот этот Bridging хедер из Swift а может разрастаться. Кому интересно, переходите, посмотрите. Что хотим запомнить из этого раздела? Мы хотим запомнить то, что семантический анализатор может потратить на одно выражение 10 минут и 512 мегабайт вашей памяти. То, что у решения задачи типов в Swiftе экспоненциальная сложность то что поиск при вызове у any объекта каких-то методов происходит по всем файлам и это тоже довольно долго что можно попытаться использовать в своем коде это оставлять меньше неоднозначности в выражениях то есть стараться использовать какие-то конкретные типы и ну в принципе так понятно не комбинировать new collection с математическими операторами, поскольку это гарантированно будет какой-то фейл, и минимизировать наш Swift-Objective-C код, который из Swift -а смотрит в Objective-C. Пройдемся по всему, что вообще было за... Что было интересненького за доклад. То, что у нас каскадные изменения при компиляции Swift-кода, при изменении паблика internal интерфейсов То, что нам желательно уже сейчас начать измерять время билда с помощью, например, просто просмотра, насколько оно изменилось за месяц, и с помощью нахождения локальных, локальных скажем так, боттлнеков нашего кода за счет вот этих ворнингов, которые будут нам мозолить глаза, и мы будем стараться все-таки их поправить, и в принципе в сумме время сборки проекта будет уменьшаться. Можем проверить, что у нас для дебаг-режимов используется инкрементальная сборка и отключена оптимизация. Можем проверить, что используется paralise build, потому что он существенно оптимизирует сборку нашего проекта на многоядерных системах. И для конкретных выражений в коде, в коде мы можем либо использовать возвращаемые значения с конкретным типом, либо разбивать на подвыражения, либо перегружать generic функций стандартных библиотек или наших зависимостей или можем быть крутыми разработчиками и вспоминать ассоциативность и приоритет операторов и думать над AST деревом того выражения, которое мы пишем. Хочется немного под конец подумать и задаться вопросом, что же все-таки важнее для проекта, который мы пишем? Это то, чтобы его понял Swift компилятор, или то, чтобы другие наши разработчики, наши коллеги могли его понять. Первое, что хочется здесь учесть, это то, что Swift, он был рожден в идеологии лаконичности, он развивался в идеологии лаконичности. Мы все стремимся к тому, чтобы писать меньше кода, меньше строчек. И компилятору проще понимать короткие выражения с явным указанием типа. Я считаю, что человек не отличается от компилятора, особенно если этот человек смотрит чужой код ему всегда проще как бы, увидеть меньше кода и понять его быстрее, особенно если там указаны какие-то типы. И проведя вот эти бездушные эксперименты над свифтовым модулем, я получил такие, такие результаты моего эксперимента. Время сборки я сократил на 20%, то есть вроде в абсолютных значениях это секунды, но если у нас этих модулей 50, и у каждого мы эти секунды сэкономим, мы можем суммарно сэкономить довольно большое время. И при этом количество строк кода увеличивается всего на каких-то процента. То есть это размен просто отличный. Что делать, если все, что я рассказал, для вас бесполезно, и вы уже все это перепробовали? Можно посмотреть, много ли у вас инлайнов в вашем коде, потому что они будут кросс-модульно смотреть на все модули, и это будет занимать довольно много времени. Можно посмотреть, какие у вас настройки компиляции ассетов, потому что, в принципе, при некоторых настройках и при некоторых ассетах это может занимать довольно долго. Можно посмотреть, сколько времени у вас занимает компиляция сторибордов и выпилить их из проекта. Можно посмотреть, какие у вас SwiftLint правила используются. Есть ли у вас кастомные SwiftLint правила. Вообще, есть ли у вас SwiftLint. И много-много-много чего еще всегда есть на что посмотреть. То есть еще много про что хочется рассказать, но не в этот раз. У меня все. Спасибо. Если есть вопросы, поднимайте руки, пожалуйста. Илья, спасибо за доклад. Было очень интересно, никто не засыпал. Яркие цвета, все здорово. В общем, я сначала на твой вопрос отвечу, потом ты на мой. Как вот этих 600, ну, 600 секунд достигнуть? Или 600? Нужно использовать дикшнери и нил вот этот колесинг, или как... Слушай, я пробовал, по-моему... Вот я, я вешал, у меня был такой кейс, мы даже заводили на, ну, радар на эту тему, и его пофиксили, но проблема осталась. А какая версия свифта у тебя была? На тот момент, наверное, три. Слушай, да, там ну, была оптимизация, по-моему, это поправили. Ну, вот недавно совсем ловил снова. И... В общем, мой вопрос в следующем. Ты проводил интересный достаточно эксперимент и э, никак его не описал. Вот мне интересно, как частота данных достигалась. Вот, может быть, у тебя в фоне там Chrome был запущен или еще что-то, и ну, могло быть все по-разному. Потому что я тоже на одном из проектов занимался CI, и ко мне пришел менеджер, сказал то, что вот Нужно сократить время сбора в два раза. Я прихожу к билд-машине, выключаю хром, говорю, готово. Вот. <laughs> я, понял. я понял, классный вопрос. На самом деле я, когда готовился, я такой, надо не забыть рассказать про мою методологию эксперимента, потому что возникнет вопрос. Но спасибо, что задал. Смотри, нужно проводить ну там, минимум хотя бы пять измерений. И вот первые три изменения, я заметил, они имеют максимальную погрешность вот первые три измерения, они прям вот просто скачут. Как только ты вот на одной и той же машине методично в одних и тех же условиях проводишь там 5-6 измерений, они прям вот, вот погрешность, она стремится к нулю, и в принципе ты получаешь более-менее чистый результат. Вот в таблице там я не стал проверить погрешность, но я думаю, если бы привел, ты бы как раз понял, что, это происходит. Вот, то есть там погрешность достигала там, десятой где-то доли секунды. А, вопрос по поводу кортеж. Вы же используете кортеж, и если не ошибаюсь, кортеж собирает FED фреймворки которые потом, там, например, при дистрибуции делятся. Замерял ли, сколько времени тратится на, соответственно, например, сбор FAT-фреймворка и его обратно распиливание? Есть ли какие-то советы по поводу вот, вот этой части? Слушай, ну основной совет здесь, это все-таки то, что тебе кортеж, если у тебя бинарная зависимость, тебе он, в принципе, нужен просто, чтобы ее скачать и положить. Он ну, как бы он ничем не будет этим заниматься. Только тут уже начинает играть время сетевой загрузки. То есть если у тебя хорошая сеть, то, в принципе, загрузка бинарников, она ну, очень эффективна. Если ты сидишь через VPN в Таиланде на пляже, там, скорее всего, тебе это не особо поможет. Там тебе нужно на флешке иметь бинарники. По поводу, вот, я не знаю, заметил ли ты Кортеш, Он, как бы, в принципе, то, что он делает, это build active architecture only now. И еще собирает это дело для не только симуляторов, но и для девайсов. То есть это X4, в принципе, сборки всего проекта. Но. Лучше всего, чтобы твои зависимости были бинарные, чтобы кортеж их не собирал. Это самое лучшее. Привет, спасибо за доклад. Было очень интересно. У меня уточнение и вопрос. То есть, правильно я понимаю, что мы сначала смотрим на время выводов типов. Вот, когда анализируем время сборки, вот это все. И потом там, где у нас просадка, мы это фиксим. Первое. Да. И второе, что в итоге с Excode 11 случилось? Почему так очень сильно возросло? Слушай, <связано> очень интересная штука. Ну ты понял, да, что я как бы сделал набросик, но никак не раскрыл его. Во-первых, как я уже говорил, я уже не работаю в Сбербанке. <связано> но, смотри, какая интересная история начиная с Xcode 11.0, вот произошло вот это разительное изменение. Я тоже общался еще с твоим братом, как раз он тоже это заметил. И это никак нигде не, не описано, не в релиз ноутс, нигде, ну, то есть нет никакой информации. Выходит потом Xcode 11.1, и уже там в три раза как бы. Выходит 11.2, и уже как бы, в принципе, ну, там более-менее нормально все дело получается. Как я понял, стало хуже работать параллелизация вот этих задач. Вот смотри, я экспериментировал все на Xcode 11.2, и там Paralyze Build в принципе нормально работает. Как я понял, в моем проекте у меня не было такого, что там, например, 10 фреймворков начинают одновременно компилироваться. Вот вот у вас, у вас как раз тоже, у вас независимые, да, они там, ну, ну не у тебя конкретно, а у, у Димы. А, то есть одновременно пытаются собираться там 10-15 фреймворков параллелиться. В моем кейсе было 2-3 максимум. И за счет чего, в принципе, я так понимаю, что вот это ухудшение времени параллелизации билда начинается с кода 11, оно не так было сильно заметно в моем кейсе. Вот, Ну, со Сбербанком я уже не смог поэкспериментировать, поэтому. Да, но на самом деле, как только ты включишь вот эти ворнинги, ты увидишь много интересного. Еще вопрос? Спасибо за доклад. Во-первых, влияет ли биткод на время сборки проекта? Конечно. С биткодом у тебя и сам бинарник становится больше, и времени сборки становится больше. Ну и там я не знаю, стоит рассказывать, зачем это нужно, или... Э, не, я понимаю, просто вот этот момент с использованием биткода как-то не был отражен в докладе, и возник вопрос. Да, слушай, хороший вопрос, действительно, я что-то забыл про... Там же еще, знаешь, там есть у тебя full биткод, скажем так, когда он вообще там максимально долго собирается, а есть немного урезанный биткод, который как раз не сможет сделать ребилд без биткода, когда ты будешь это дело в Apple пытаться отправить. Точно ухудшает, но я не замерял. Спасибо. И еще, ты упоминал то, что Xcode при сборке стоит граф задач. Можно ли его посмотреть и найти вручную какие-нибудь бутылнеки? Короче, вот по этому куару есть докладик от StubDub, по не помню, по-моему, с 2019 года, где они как раз рассказывают про свою билд-систему, и они рассказывают, где находится open source часть этой билд системы, в которой можно тоже как-то поиздеваться, посмотреть, что у нее внутри, и, не знаю, покидать ее отпуты. Но когда я попытался собрать свой Swift, чтобы подебажить семантический анализатор, он работал не так, как то, что мне приезжает с Xcode. То есть, ну, как бы, возможно, то, что ты найдешь, оно не будет никак мачиться с тем, что ты получаешь из Xcode. Спасибо. Привет. Тема очень интересная. Доклад клевый. А, расскажи, пожалуйста, как бы ты себе представил флоу вот работы с оптимизацией? То есть, допустим, у тебя команда, например, там, из N разработчиков, и что ты скажешь им делать? То есть каждый разраб включает у себя все эти параметры и сам, ну, я там, понял, допустим, на cool самом... да, или все вместе там кто-нибудь садится, или один кто-то делает? Вопрос, Спасибо. я понял, на самом деле он очень связан с ну, то есть, не совсем с темой доклада, а с тем, как у вас устроен процесс разработки. То есть, насколько сильно у вас DevOps-культура развита среди мобильных разработчиков? Если у вас как бы есть отдельная DevOps-команда, которая всем этим занимается, то проще сказать: Чуваки, сделайте нам вот, настройте нам метрики, настройте нам дашборды и как бы делегируйте это. Если у вас вы сами занимаетесь ну, скажем так, деплоем и continuous integration своего приложения, то, опять же, начать стоит с сбора каждодневных каких-то метрик, Смотреть вот долгосрочный тренд и, слушай, включить вординги, это, в принципе, ну, делай двух секунд. То есть ты просто включаешь, у всех она начинает отображаться. По поводу того, кто это будет править, ну, должен править автор как бы все. Ну, то есть кто написал вот этот expression, который долго занимает тайпчекинг, тот как бы и должен его править. Ого. Привет, спасибо за доклад. Э, такой вопрос. Ты, когда вот эти все эксперименты делал, ты не пробовал э, использовать флаг R build модули в Xcode? R module build. Флаг э, э, делает то, что он показывает э, как часто пересобираются модули, ну, то есть, которые мы импортим, да, фреймворков. И вот как раз э, с 11, ну, 11.3… Это флаг чего? Флаг проекта? Э, или? Флаг компиляции. Компилятор Свифт Swift компилятора или Нет, Objective c, c А, слушай, у меня там есть скрытые слайды <laughs> по поводу <laughs> компиляции Objective-C. Там есть набор прикольных флагов, которые выводят вот то, что я показывал по поводу Swift, то, что у тебя там Ирген занимает 0,1%, семантический анализатор занимает 88%. То же самое есть для Objective-C компилятора. И для Objective-C компилятора есть еще дополнительный флаг, который выводит время препроцессинга. Потому что в Swift нет препроцессинга, но если ты хочешь разобраться, почему у тебя там, не знаю, может происходить, опять же, долгая компиляция Objective-C, то есть еще флаг по поводу припроцессинга. Он выводит полный файл припроцессинга, и ты смотришь вообще, что там много или мало, и насколько это долго. По поводу твоего флага я вообще впервые слышу, если честно. Ну, uh, no, просто почему я вас спрашиваю. Флаг uh, показывает, uh, когда он пересобирает модули, фреймворков Objective-C. И такая фишка, что вот с новым Xcode э, на некоторых фреймворках он пересобирает их по 40, по 50 раз. Из-за этого очень медленно ну, как раз компилируется. То есть если смотреть на в сборку проекта, он компилируется и параллелится очень хорошо до определенного момента. А в этот момент он начинает пересобирать этот модуль фреймворка по 50 раз, и распараллеливание на ядрах падает, и очень медленно собирается фреймворк. С таким не стало. Но Это из-за префикс? Прикупал нет, хедера, нет или... у нас их. Но это из-за из Objective-C. Спасибо. Спасибо. Спасибо за доклад. Я хотел узнать: я на одном из докладов, по-моему, от Николая Зимина из БАДу он рассказывал, что на время компиляции еще влияет очень сильно дженерики. Вот. Да. Вот замерял, да, сейчас как с этим ситуация с обстоит? Слушай, здесь сложно построить эксперимент. То есть вот, вот представь, у тебя есть как бы код уже какой-то, построенный на дженериках, и такой, типа, а проведу-ка эксперимент, зарифачу-ка я все на ней дженерики. То есть у тебя это займет, наверное, ну где-то месяц. Ну, то есть очень, очень сложно здесь что-то замерить. Но действительно, особенно когда ты включаешь оптимизацию, поскольку там же есть оптимизация для дженериков, если у тебя этот дженерик используется только с одним типом, как бы Swift это все дело подставляет и вставляет туда не generic имплементацию, а конкретную имплементацию. И вот дженерики, судя по всему, влияют на сборку с оптимизацией, когда это врубается. Если, ну, в принципе, у тебя оптимизация не выключена, то, скорее всего, не так сильно. Да, привет, спасибо за доклад. Я на правах суеверий, у меня от бэкграунда C осталось. Такая штука, что я э, каждый раз, когда импортирую модуль, например, в какой-нибудь utils файл где я пишу extension, например, там extension keycheck, я пишу не import UIK, а import UIK там .SELL. И верю в то, что это оптимизирует мои билды. Ну, просто потому что там все, чем меньше ты инклюдишь, да, тем меньше да. компилятору тупо нужно парсить. А, вот я в докладе вообще по этому поводу ничего не услышал. Ты как-то вот... Это смотрел или нет то, что там Swift Team советует, что типа, чем меньше вы импортируете, тем лучше. Но я не мерил. Ну, просто потому что не настолько энтузиаст по билтайму. Yeah. А интересно, вот. Был Вопрос был, я вот... понял. Мы делали даже приседание. Леня делал, <с progress> может, дать ему микрофон, <с taxpayer> я не знаю. Ну, я попробую рассказать, если что поправишь меня. Это все зависит для, опять же, Objective-C. То есть в Swift у тебя Swift-модули, есть такое понятие. И в принципе, свифт-модули мы по барабану на то, что ты пишешь появились еще кванк модули которые работают на вот этих модуль-мапах. Правильно же, Правильно. Вот, кванк модули на модуль-мапах, начиная там с какого-то кванга, им тоже, в принципе, пофиг. Люди а, делают вот, Леня делал эксперимент, а он, я, вот не помню. И да, да, он убрал все, вот, как ты говоришь, конкретно там UIKit, TableView и добавил просто UIKit. Время сборки не изменилось. Это было на Xcode 10, по-моему. То есть, начиная с Xcode 10, это, в принципе, уже не сильно влияло. Да, там были старые доклады Apple, где они как бы рассказывали, что нужно это делать. Потом как раз у них был уже следующий доклад, который сказал, что, в принципе, это уже не нужно делать, вот, но, как бы, поверь, и остались. По поводу квант модулей они работают еще ну, немного по-другому. Вот как раз QR-код, там очень крутой доклад с даб даба Behind Scene X-кодом, по-моему, называется, и там все это рассказывается прям вот намного глубже, чем я рассказал, поэтому я это оставил инженерам Apple.